Ну, сегодня уже, можно сказать, закончились праздничные дни. Мы зашли в теплицу посмотреть, что здесь происходит. Температура у нас на градуснике нулевая. Вот. На улице минус 2, наверное. Мы включили подогрев теплого пола. У нас работает теплый грунт. Травка перепревает. Ящики подготовлены, пролиты были. Ну, поскольку тепло на улице было, все это, водичка вся отошла. Вот я уже покидала туда даже зернышки. Мы планируем все это дело переворушить, перетрясти грунт, потому что пока тепло и пока прогрето, может полететь всякие разные мушка, мотыль и всякая гадость, которая могла здесь поселиться. И вот резкий контраст температур на прогретый грунт, на прогретый воздух. И если завтра, послезавтра будут минуса в минус 25, минус 30 нам обещают, то понятно, что вся эта нечисть, которая здесь будет жить, она вымерзнет. Сегодня будет тепло. Это вчера уже мы приходили, здесь какая-то мошечка летала. И, соответственно, химической обработки никакой не потребуется. Все здесь будет, естественно, натурально. Но мы таким способом убьем двух зайцев. И вспушим опады, которыми мы мульчируем. Это трава, листы. Вот, все очень живое, все настоящее. Все дышит почва. Почва великолепная. Вот. Она просто мягкая. Вчера пытались посмотреть ее, ну, как весною, как весной. Чуть-чуть мы закрыли часть своей теплицы, потому что мы не можем отапливать, нету рентабельности, смысла никакого отапливать такую большую теплицу, поэтому мы закрыли одну часть и будем обрабатывать то, что, ну, примерно можно обработать. Это где-то 12 метров теплицы. Делаем сейчас бороздочки для того, чтобы уложить семена ультраранних помидоров. Это семена, которые самосевом могут всходить, которым не страшны высокие температуры. Их примерно сортов 20-25 у меня. Это ультраранние и очень ранние. Поэтому мы сейчас их будем высаживать.